Здравствуйте. Появилась новая услуга ЖКХ. Обойдется в миллиарды рублей. После проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой по данным международной аудиторской консалтинговой сети. Общий размер выплат по расчетам издания составляет 179 миллиардов рублей в год, подсчитали эксперты. При этом не принималось во внимание скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов. Дороже всего вывоз мусора будет стоить в Московской области 3062 рубля на жителя в год. На втором месте Ленинградская область. Там вывоз отходов обойдется 2845 рублей. Замыкает тройку лидеров Камчатский край 2645 рублей на человека. Дешевле всего подобные услуги оценены в Амурской области. Это 45 рублей 12 копеек на человека в год. Жителям Приморского края придется платить 227 рублей 35 копеек в год. Дагестану 390 рублей. Реформа началась в России с 2019 года. В ней уже участвуют 70 регионов. Оставшиеся должны включиться до конца текущего года. Исключение до 2022 года получили города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Последний не стал пользоваться отсрочкой. В рамках реформы запланирован выбор региональных операторов, которые займут сбором и утилизацией мусора, что будет выделено в отдельную коммунальную услугу. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в сфере вывоза мусора с твердых бытовых отходов необходимо навести порядок. Как он подчеркнул, если мусорная реформа ограничится ростом платы за ЖКХ, это будет профанацией.